Две недели назад присоединился к команде. Команда приняла хорошо. С многими игроками был знаком. Вот, сыграл уже 3 игры. Ну, не сказать, что прям адаптировался уже на 100%. Но коллектив помогает в этом. И думаю, в ближайшее время уже буду готов прям на 100%. Полтора года я играл в Болгарии. Сейчас приехал сюда, и если сравнивать чемпионаты, то я думаю, это совсем разные чемпионаты, потому что там более открытый футбол, мне кажется, и зрелищный для болельщиков. У нас собралась хорошая команда, вот, хороший коллектив, тренера очень известные, хорошие. Руководство нас поддерживает, и стоят самые высокие задачи. Команда живет одной целью. В Красноярске я был всего лишь неделю. Побывал в Бобровом лагу, вот, в торговом центре «Планета», в который все ходят. Вот, и пока так не успел посмотреть город. Вот, но еще все впереди.